Поехали! Для того, чтобы заниматься селекцией и выращивать уникальные сорта растений, совершенно не обязательно иметь лабораторию и ученую степень. Хватит балкона, пары черенков и лейки. Как это делает Светлана? Ну что, проходите, рассказывайте, что это у вас здесь все невероятно, просто целый лес вырос на балконе. Здесь около 30 сортов цитрусовых, ну и другая плодовая экзотика. Вот интересный лимончик, это пестролистная форма. У него сами плодики тоже полосатые. И тут еще много-много бутонов, он весь забутонился. А вот в этом месте было скрещивание, да? Да, это вот здесь вот была прививка. Это вот его саженцы. И расскажу секрет. Так. Если саженец поставить рядом с маточным растением, то он растет и окореняется быстрее. Серьезно? Ну, сохраняется какая-то энергетическая связь. Фантастика какая-то, ладно. Это кумкват маргарита. Плоды созревают, и если вот рассматривать, там еще несколько маленьких... Вот это, да? Да, это вот созревание идет. Кумкват маргарита, это что вообще? Это какой-то вид апельсина, мандарин? Нет, это отдельный цитрус, его едят с кожурой, и там кисленькая мякоть, и сочетание вот пряной кожуры и мякоти дает гармоничные, неповторимые вкусовые ощущения. Ну, мы, наверное, сегодня попробуем его тоже. Его тоже попробуем? Да, да. Интересно. Так, а вот то, что я трогал в самом начале, это... Это гранат. Комнатный сорт нано. Ну, он очень маленький. Плоды, вот практически они будут таких размеров, просто будут красные. А есть их как? Они на вкус кислые, но дети просто обожают вот эту витаминку. Это дерево-сад. Подвоем является культурный лайм. И на нем привиты бергамот. Остальное все это вот танжерин разросся. И на самом подвое тоже завязался плодик лайма. То есть у нас получается на одном дереве три. Лайм, бергамот и танжерины. Танжерин – это разновидность мандаринов. Он у меня не имеет сорта, и мы сегодня будем пробовать его впервые. Да. И для меня вкус этого танжерина тоже еще секрет. А давайте прямо сейчас это попробуем сделать. Как это вообще правильно происходит? Берем ножницы, да? Ну и срезаем. Так. Убираем. Да? Угу. Да, счищаем кожуру. Да, кожура очень хорошо лупится. Не прям... прилегает. Созревал он почти что год. Так, целый год. Да. В мае было первое цветение, вот сейчас апрель. Так, вот у нас. Ну и вот мандаринка. Так. Ну что, это прям... Да. Момент истины, как говорится. Вкусно. Немного кисленько, немного сладенько. Да? Настоящий мандарин. Это австралийский микроцитрус. Листочки микро, цветочки микро, а это вот плод. Это знаменитая цитрусовая икра. То есть, когда плод созревает, он лопается, а соковые мешочки не связаны друг с другом, и получается как икра. И сегодня мы попробуем кумкват маргарита. Так. Вот он. Кумкват. Даже не знал, что такое есть. Эти плоды едят со шкуркой. То есть прям вот... Ну, можно так, можно порезать. Прям можно укусить? Да. Ладно. И шкурка пряная, ароматная. И сочная мякоть. Это уже покислее. Сначала покислее, а потом сладость. Да. Очень необычно. И очень много витаминов. Что вот это вот висит, большое и зеленое? Вот это, вот? Это павловский шишкан. Это тоже прививка на дерево-сад. То есть само дерево – это лайм культурный. И на нем вот эта вот прививочка. Она не захотела расти, он решил отцвести и заплодоносить. В цитрусах я использую не только плоды, но и листочки, потому что они очень ароматные, содержат много эфирных масел и полезных веществ. И это у нас, получается, чай заварили... С листочками, со свежими листочками лайма и лимона. И также запах. Как будто бы заварили какой-то тропический лес разом весь, так? Также мы туда, если бывают пустоцветы, то мы можем использовать в чай. Вот как вот здесь это у нас. Пустоцветы, это у нас получается... Без завязи цветочки. То есть получается, в принципе, и съесть-то можно, по идее. Так, то есть...
попробовать. Свеженько. Знаете, я думаю, это стоит года трудов и мучений. Это очень вкусно и расслабляет, да? Да, да. Антистресс. Ну, это фитонциды тоже, да, обеззараживает, оздоравливает воздух. В листочках, кстати, витамин больше даже, чем в плодах, потому что вот наши растения, деревья средней полосы, они накапливают все питательные вещества в стволе. А эти, они субтропические и не накапливают в стволе, а идет накопление питательных веществ в листьях. Вот именно поэтому мы используем чай с листочками. Может быть, мне, конечно, кажется все это, но, по-моему, здесь очень легко дышится и свежесть так вот и прямо ощущается в воздухе. Я бы хотел у себя того что-то подобное, но боюсь... Мне будет лень за всем этим ухаживать. Может быть, вы попробуйте сами и сотворите дома такие же зеленые чудеса.